приветствую вас. Меня зовут дядя Митя, и я этим прекрасным солнечным днем приехал к себе на дачу для того, чтобы подготовить вот эту ласточку к зиме. Для этого мне понадобится шашлык, молоко, фильтр воздушный для того, чтобы машине зимой дышалось легче. Воздушный фильтр не забудьте купить. Также фильтр салонный. Вы знаете то, что зимой, как правило, вы ездите с закрытыми форточками. И машина внутри начинает потеть. Для того, чтобы этого не было, нужно заменить фильтр. Поставить новый. А также 4 колеса. Зимние, конечно. Опять же, я посмотрел прогноз погоды. На следующей неделе уже обещают минусовую температуру. Для этого я решил заранее заменить себе колеса, поставить зимние. Я пойду сейчас разжигать угли, для того, чтобы они у меня были красные, чтобы мой шашлычочек жарил. Потому что у меня займет много сил, чтобы поставить эти колеса на автомобиль. Пока угли у меня сейчас готовятся, превращаются в красные, я расскажу, где я купил шашлык. Шашлык я... делать сам не захотел, так как у меня времени не было, и что-то то не срослось, это не срослось. Я купил его готовый. Купил я его в ленте. Вот видите, лента, все. И просто я взял его на пробу. Решил проэкспериментировать, так можно сказать. Сейчас я его сготовлю, пожарю на углях, все будет по-честному, сами увидите, продегустирую и скажу, можно будет его есть или нельзя, можно будет его покупать в ленте или лучше этого не делать. А сейчас я займусь своей машиной, покажу, как меняется воздушный фильтр, там ничего сложного нету, и покажу также, как заменить салонный фильтр, там тоже ничего сложного нету. Так, откручиваем вот эти 4 винта. Так, снимаем крышку. Опа. Фильтр уже загрязнен довольно-таки серьезно. Грязный весь. Не знаю, уже фильтровочные свои способности уже потерял 100%. И сейчас буду такой вот новый ставить. Свеженький, новенький. Фильтр воздушный заменил. Заняло буквально 2 секунды. А также не забывайте менять свечи и масло. Через каждые 15 тысяч. Свечи вы сами знаете, то что не очень качественные. Поэтому берите лучше чаще их и меняйте. А также масло заливайте только импортное. Сейчас покажу, как заменить фильтр салонный. Фильтр салон находится с левой стороны. Ну, сами видите, в каком состоянии плачевном он находится. Он уже забитый. Я не знаю, он уже, по-моему, даже не фильтрует ничего. Устанавливаем новенький, свеженький фильтр. Видите, какого в идеальном состоянии. Наконец-то фильтр воздушный я установил. Тоже ничего сложного нету. Устанавливаем такой вот кожух пластмассовый обратно. Фильтра я все заменил, а теперь ради чего я приехал, это заменить колеса, конечно. Поставить зимние, сменить летние и ездить, получать удовольствие и не бояться то, что завтра будет минусовая температура. Но сейчас, прежде чем я буду сменять все колеса, я пойду посмотрю, как там у меня угли. Я посмотрел, они готовятся, все нормально у нас. Сейчас я буду снимать колеса. Передняя левая, задняя левая. Ну, постепенно будем все менять. А помогать мне будет, конечно же, вот эта вот собака. Аделинка ее зовут.
получается одно колесо, сейчас я их заменю 4, а также я буду пробовать шашлык из ленты. И думаю, то, что я не отравлюсь. Угли уже готовы. Сейчас я нашампурю мясо. И буду их закидывать на эти угли. И готовить свой шашлык из ленты. Шашлык из ленты. Я даже не знаю, блин. Даже его открыть-то теперь, блин. Пахнет вроде съедобно. Пока жарится это чудо шашлык из ленты, красного цвета непонятного, я буду дальше менять свои колеса. И я хотел бы еще рассказать, конечно, вкус этого шашлыка. А в конце все-таки я вот попробую его и скажу на вкус, можно покупать там или нет. После того, как вы заменили все колеса, не забудьте, самое главное, не забудьте замерить давление в них. Потому что они пролежали все лето, а тем более где-то полгода, в них давление может меняться. Проверьте обязательно. А сейчас я буду пробовать свой шашлык, который приготовил. Пойдемте со мной. Шашлык готов. Выглядит вроде бы аппетитно. Сейчас я его буду пробовать. Да вы знаете, обалденный. Мне очень нравится. Вкус какой-то такой интересный. И довольно-таки мягкое мясо, промаринованное, самое главное. Так, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем, кому не понравилось видео, ставьте дизлайки. Меня зовут дядя Митя, там внизу на меня подпишись. Всем удачи, всем пока.